Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi 4X. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на режимы. Выбираем таймер. И здесь мы можем установить его на 3 секунды, на 5 секунд, либо на 10 секунд. Установим на 5 и проверим, как он работает. Ну и как-то так. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.